Всем привет, всем привет, с вами Шмагом, Гадалюша, мы сегодня поиграем в игру под названием Moonlighter Between Dimensions. Что означает? Так, подожди, стой, назад. Обычный выберем. Мы бы хотим сосредоточиться на сюжетике, да? Я хотел чуть-чуть сделать потише. Вообще, это игра для этого. Для контроллера, как я понял. Среди звезд в ночи страна старая, как само воображение. Однажды ночью там появились лабиринты, полные необычайных сокровищ и жутких чудовищ. Их назвали подземелья. То были странные, постоянно меняющие руины неизвестных земель. Скоро подземелье образовал деревню, где поселились те, кого они привлекали. Деревню назвали Ринока. Среди поселенцев сильнее всего выделялись две группы. Герои и торговцы. Одни искали славу, другие богатство. Но подземелья оказались слишком опасными. Скоро их закрыли, слишком много людей скинуло в их глубины. Жить в деревне стало непростой, особенно для молодого владельца самого старого магазина, Уилла, что трудился в лунном свете. Уилл давно мечтал открыть таинственную пятую дверь тех подземелья. Рэмбо? Рэмбо, первая кровь? Что начинается-то? Если вы спросите меня, что я знаю об этой игре, ничего. Кроме того, что это сделал, эта игра вообще по... и для... то есть мы будем проходить такие квадратные уровни, нужно будет, наверное, от кого-то убегать и отстреливаться, типа, да? Чё, внимание? А что я могу делать? Подожди. А как бить? Подожди. Настройки. Тряска экрана, язык... Ой, ёпти, язык русский оставь. Так, скорость текста, уровень сложности, создатель игры... Подожди, цешечка, графика, звук, управление, клавиатура. Основная атака на G... подвеска, дополнительная атака... Ё-моё, посмотри, сколько тут... Ё-моё. Так, хорошо, так, да, давай, J... JKL, JKL. Я понял, 2 ВВ. А я не могу ничего сейчас сделать, да? И... А не, вон могу, на Z. А это я могу подместить, типа, или что? Не, ладно. Я пока ничего не понимаю, ну ладно. Опа. Так, а подожди, а как мне выбрать-то? А, прикольно. 9000 урона сразу. А я не понял, как бить. Почему именно не бьет? Что нужно делать? Не понимаю, подождите, ребят, сейчас. Да, подождите, С. Управление, так. Клавиатура. Основная атака J, но он не хочет на J нажимать. Дополнительная атака K, ну. А, подожди, там была смена оружия, стоп, настройки. Блин, мне неудобно то, что вот так сделано. Так, управление. Смена оружия. Z.
Нет, он не хочет смену делать. А что мне надо делать? Алло. What the fuck? What the fuck? Может, мне нужно найти оружие, типа? А что за камни? Понятно. А как его пройти-то? Я не понимаю, если у меня нет удара. У меня должен быть удар? Или у меня должен быть что? Не! Прикольно. Не, ну сейчас, подождите, разберемся, наверное, может. А его нужно было просто проскочить, типа. Опа. Понятно. Это хпшка, типа, да? О! Вот, только теперь сейчас появились эти удары, да? О, хпшечка. Или это не хпшечка, что это такое? А, это хпшечка, да, на Е я нажимаю, и будет хпшечка. Все, понял. А, это я собираю открыть Джей, окей. Так, а, вон там какое-то говно. Так, быстрое перемещение, сортировка. А, переместить все, да, Z. Бульк. Короче, есть мощная атака, а есть немощная атака. Джей, ага. Да ёп. Так, перемещаем, перемещаем. О. Так, Е, на Е у нас этот, да? Опа. Опа, нихера. Опа, нихера. Вы чё, прикалываете? А как играть? Стопэ. Так, начались сложности, да? Первые. А что такое? Вот чёрт. А, типа я и должен был проиграть, я понял, ага. Мудрец идет, седой лысый. Седой лысый мудрец. Зенон, бедный паренек. Совсем один. Отдыхай, Лул, теперь ты со мной. Нужно было другим голосом, конечно, старческим, да, но у меня. Ну, я плохо получил. На самом деле, не очень долго в нее будем играть, потому что, ну. А может и долго. А, у него можно что-то купить. Он что-то продает, да? Так, мышку-то убери. Я еще в детстве, когда ходить толком не умел, ты интересовался подземельями. Опа, это что такое? Сомнения нет, ты одержим тем же, чем и старый Пит. Доброе утро. Что наш маленький торговец откусил кусок не по зубам? Уилл, выслушай меня. Вот суровая истина. Ты последний своего рода, последний, кто остался управлять лунным светом. Нельзя так себя истязать. Рисковать жизнью ради этой бессмыслицы, про пятую дверь глупо, перестань. Найди пару артефактов, а потом воспользуйся подвеской и покинь подземелье. И кратера ради, прекрати пользоваться своей метлой, неразумный ты парень. А дому ходить опасно, возьми вот это. Когда-то он был к моим, теперь мне от него мало толку. Что он дает? О, щит и меч? Это огонь. Ну-ну, вставай. А светло уже не хочу, чтобы ты весь день магазин забросил. Посмотрим, смогу ли я втемяшить в твою голову, в голову Тиоловки.
что как-то давным-давно усвоил от твоего деда. Это напоминает, мы играли с вами в Graveyard Keeper, помните? Где чувак из настоящего попал в прошлое и... Так, открыть я здесь ничего не могу. Так, здесь что? Чтобы успешно торговать, нужно знать два фактора. А нужно знать цену каждой вещи, а также спрос на нее. А давай открывай магазин, впускай покупателей. А что я могу... Что я могу разместить? Не могу ничего разместить. Удерживать, открыть магазин. 2 января. Так. Ой. Я видел, лучшая реакция идеальная просто. А предмет не слишком дорог для покупателей, но и не слишком дешев для тебя. А не забывай следить за реакцией покупателей. Именно так твой дедушка определял правильность цены. А, то есть, А как, подожди. А как поменять цену-то, алё? Пс-пс. Дед. А, дед. Думаю, не стоит говорить, что за предмет этот ты запросил слишком много. А я ничего не просил, что ты мне врёшь. Усвоил урок? И, наконец, следи за тем, чтобы не продавать слишком много популярных предметов. Дополнишь ними рынок, придется снижать цены. Смысл в том, чтобы просить побольше денег, когда на что-то высокий спрос и низкое предложение. Доставая книжку торговца, мне должно быть записана вся информация, которую ты собрал по найденным товарам и артефактам. Так, открываем амбо. И что здесь? Сортировка? Что за сортировка? А как? Почему я не могу использовать АЕ? Продажа реакции нейтральная. Это... Господи, пейдждаун, пейдж... Ну, ё-моё, как всё сложно-то, так? А вот и закончится похожий день. Да. А я пойду, без меня ты справишься лучше. А вернуть этому магазину былую славу твоя задача, а не моя. Это у тебя в крови, Уилл, не подведи нас. А пока что советую тебе испытать свой новый меч. Ночью в подземельях опаснее, чем днем. Ну и артефакты лучше. А главное, слишком далеко не заходи и подвеской пользоваться не забывай. Хорошо, дед. То есть мы можем, короче, сдриснуть отсюда, да, правильно? Идет сохранение, это хорошо. А теперь иди, стар... Я уже, надо отдохнуть. Ну, окей. А где подземелье-то? Да, это очень-очень-очень хорошо, очень хорошо, в смысле, очень-очень похоже на Graveyard Keeper. Я не могу открывать сундуки никакие, да? Хорошо. Уилл, я тебя недавно видела в подземелье. Ты принес мне что-нибудь таинственное? Ничего тебе не принес. Где подземелье-то, вот это? Карты нету, да, здесь никакой? Это что такое? Прочитать. Что там писано? Подземелье туда. Окей, погнали. Ну с мечом-то мы сможем справиться уже. С этими наглыми псами. Псами войны. А почему вот это не разбивается? Подожди. Ну ладно. А это что такое? Где взять? Просто тупо прямо, а нельзя, потому что закрыто. Почему закрыто? Что там написано? Ой, извиняюсь, прочитать. Сны на подземелье, только для героев. А, это типа у меня закрыто это все, да? Лесное подземелье. Подземелье для героев. Торговцам вход не рекомендую. Так, тут все закрыто, короче, так, погнали. Это что? Подземелье големов. Ой, я могу зайти в подземелье големов. Подземелье для торговцев и героев. Погнали. Да и заходи, я говорю. Мне надо читать всякую. Очень просто тяжелое управление, потому что, ну, короче, на кнопках все, то есть я к такому не очень привык. А, две дороги есть, да? Ну, пойдем туда. Опа. Тихо. А я могу перекатами, интересно, тут убивать, нет? Или я только эти, да, могу, наверное, да? Ну ладно. Блин, у меня же рука даже заболела. А, М-карта есть, да, смотри. А насколько восполняет этот бутылек
Непонятно, да, пока? Так, всяких какашек тут поднасобирал, да? А это что такое? Там ничего нету? Это типа просто... Так, что, прямо? Ну, пойдем, да, прямо по обратно. Ой, обратно. Не обратно, в смысле, а обратно. Оп. Какая-то палатка тут, да? А ты кто? Прочитать. Ой, прочитать. Обращаюсь к тому, кому повезет больше, чем мне. Мое время на исходе. Меня ранило странное существо на другом краю комнаты. Моя подвеска в этой драке едва не раскололась. Но видел кто-то его, ему, смею заверить, досталось куда больше, чем мне. Он застал меня врасплох, когда я наблюдал за ним у комнаты стража. Убегая, он обронил пару предметов, один из которых это карта, схема, что? В общем, выходит, я был прав? Меня называли сумасшедшим, говорили, мол, безумный Пит совсем с глузду съехал. Но я был прав, каждый страж подземелья должен обладать чем-то вроде ключа. Все они связаны с этой огромной запертой дверью снаружи подземелий. Той самой пятой дверью Риноки. Увы, я уже не увижу открытия этой двери. У того, кто меня нашел, я прошу прощения за запах, но схема должна быть где-то рядом. Прошу тебя, открой пятую дверь Риноки. Эти подземелья не то, чем кажутся. А я не могу подобрать это говно? А, нет, вон там что-то есть. Прочитать. Большой босс меня убьет, я должен их всех выпустить. Теперь надо гоняться за этим странным существом, укравшим мои вещи. А, большой босс будет так недоволен маленьким мной. А, это карта, понял. Как выйти? А. Карта поди... Опа. Что это такое? А, нужно собрать золотые монеты. Ага. Нужно собрать золотые монеты, и тогда... А, как зайти в золотой... Подожди. Ой, инвентарь. Я не могу зайти в инвентарь, что ли, да? Ну? А, на L-ку я нажимаю, и все возвращаю. X6. Использовал подвеску. Ну, погнали. А как, подожди, не L, не в город, а как мне? Куда я зашел? Не, блин. С управлением надо разобраться просто. С управлением. Здесь? Ну, в город, короче, приплыли. Хорошо. А, вот и дед пришел. Чё надо? А, вернулся ему владелец лунного света. Вроде ты цел, наконец научился правильно пользоваться подвеской. Ну, а давно пора, парень. Что это у тебя? Это карта подземелья? Откуда она у тебя? Ты нашел старого Пита? Мертв, мертв. Ясно, вот что бывает, когда ищешь то, что за этой дверью. Забудь, Уилл. Забери нужные артефакты из подземелья големов. И присматривай за лунным светом. И еще, я заметил на доске объявления предложения, которые могут тебя заинтересовать. Могут тебя заинтересовать. Хотя здесь хотят обосноваться какие-то лавочники, попробуй оживить город. Им, как видно, нужен будет стартовый капитал. Неплохо было бы вдохнуть в Риноку новую жизнь. Да, неплохо. То есть, ну да, это реально Graveyard Keeper, только со своей фишечкой и всем остальным. Доска объявлений, пойдем посмотрим. Вложение, город-магазин. Ну давай в город. А что тут? 500, у меня нет денег столько. 8000, ёптик. Ага. Так, а... Ну я понял, до хрена, короче, денег нужно. Так, а чё, как мне разместить продовольствие-то? А, вот так, смотри, так. Деревяхи кому-нибудь нужны? Или нет? Или нет? Закалённая сталь, золотые руны, белый камень, остатки литейны, камни-зубы, корень, камни-зубы, точнее, камень, железный брус, стеклянные линзы, лоза. Короче, с этим не хочу разбираться, отстань. Я пойду... Можно я пойду подерусь? Не. Я хочу...
хочу еще немножко в это, в болото сходить. Ой, в смысле, не в болото, а в подземелье. Пойдем в големы. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Так, подземелье големов длинное. А куда мы прямо ходили вроде, да? Так, пойдем сюда. И чё, они ничего не дали? Камон. Вы чё? Псы. Вообще ничего не... Опа. Красное это что? Я по красному могу ходить? А, замедляется, да, по красному? Хорош. А, это такой же кулак, давайте сюда. Хорош. Как там забрать все Z? А это что такое? Предмет нужно размещать в левой или правой части сумки. О. Почему я не могу взять это? Это подвеска. Чего я назад-то не могу сделать? А, все? Опа, это кто такой? Опа! Всю. А, я понял, они в паре работают. Сны войны. Оп. Он же уже сдох или нет? И все, что ли? Тут больше ничего нету. Камон. Да ладно. Прикольно. Так, значит, мы здесь в правую дверь. А, вот сюда еще можно. Опа. Вот собака тварь укусила меня, да? Так, значит, мы тут левую хрень всю прошляпили, да? А мне нужны бабосики, короче, да, чтобы возвращаться, потому что он же сказал, что... А, подожди, то есть я не могу вернуться? В смысле? А почему я не могу вернуться? А для Эльки... Подожди. Ай. Пятьдесят? Какого хера? Твою мать. О, веревка есть зато. Упал так упал. Привет, нужно размещать в левой или правой части сумки. Ну так, а почему ты не можешь... А, у меня, смотри, у меня уже места нет. Ну ладно, давайте корешки скинем. Так, и Ель я могу нажимать. Подожди, или не могу? А почему я не могу? Мне нужно золото, типа, да, еще? А как мне... А мне, типа, не вернуться теперь взад никак, что ли? Алло. Пс-пс-пс. Нужно 200 золотых. А где я здесь найду 200 золотых?
Да? Тут больше нет никаких полечков. Да блин, прочитай. Все, я сделал первые шаги в таинственные подземелья. Они были обнаружены неподалеку от Ринокки. Они были маленькой и невероятно милой деревушки северо от кратера. Это довольно уникальное явление. А в подземелье может одновременно войти любое количество искателей приключений, но ни один из них не будет ходить там вместе с кем-то еще. Похоже, что эти подземелья образуют вокруг единственного входа. Уникальный лабиринт для каждого человека. Двух одинаковых лабиринтов не бывает. Хотя здесь напрашивается вопрос. Если в подземелье в данный момент никого нет, существует ли оно вообще? Вопрос действительно непростой. А много людей сейчас стремятся к этим подземельям, стремятся найти там сокровища, абсолютно не обращая при этом внимания на враждебных существ, обитающих внутри. И все это лишь ради толики золота и славы. Но и такой нет. Для меня главный ответ на вопрос. Откуда взялись эти подземелья? Почему они постоянно перемещаются и изменяются? И почему они полны невиданных прежде сокровищ? Меня не интересует вопрос «что?». Меня интересует вопрос «как и почему?». Ну, окей. Что там пульсирует такое? Собака-тварь. Так они... Элька-то не работает, все уже. У меня нету, у меня больше в сундуке нет места. Как отца... А как отсюда теперь уйти-то? Ой! Толстый, иди сюда. Ну блин, ни хрена не взять. Опа, это что такое? Так, инвентарь. Давай выкинем что-нибудь. Подожди, у меня какого-то говна тут много. Вот этого говна, например, много, да? Или давай вон деревяшек выкинуть. А как выкинуть? Ага. А я взял ту хрень, да? Я взял ту хрень? Или... Да, взял ту хрень. Так, а подожди, можно сортировать как-то? Сортировать по цене проклятия. Не понял, ну ладно. Нельзя ничего взять? Окей. Опа. Это мазафака что такое? Оно восстанавливает здоровье? Да, я так и знал. Это хорошо. Дай прочитать-то, алё. Почему? У нас продолжают пропадать инструменты. Зал с драгоценными камнями не тронут. А комнаты и сундуки с самыми простыми инструментами все исчезают. Инструменты пропадают с инструментами. Комнаты пропадают с инструментами, окей. Ой, ёпта мать. Ай-яй-яй. А я хорош. Я хорош или я не хорош? Так, подожди, мне надо все забрать. Забрать. Да убери ты мышку, ё-моё. Так, дай-ка мы все соберем. Значит, вот это говно, я так понимаю, мне нах не нужно. Ага. И чё, я почему я не могу собрать, подожди? А почему одну-то я... Ты дурак?
А, подожди. А, да, понял, так. Нет. Я в подвеску торговца что-то могу еще запихнуть. Блин, ну не с него, вон, смотри, как... У него какие-то там два кристалла вон выпало. И вот эти еще штучки выпали. Камни зубы, у меня много. Как их выкинуть-то? Я не понимаю. Быстрый спринт, сортировка. Еще раз. Подожди. А, все, выкинул все, да? Так, Так, два кристалла надо теперь собрать. Так, сортировка по цене. Так, это типа дорогое все, да? Смотри, какое. Так, вот это говно выкидываем. Так, как... А, вот так. Вот. Да, блин! Меня сейчас бесит этот говнищ. Вот эти кристальчики, да. Так, и вот эти вот штучки тоже хочу собрать. Так, Эрка, да, у нас? По культуре, по цене, смотри, как все по цене у нас. Так, и вот это говно я тоже хочу выкинуть. Слитки взять, вот это что за камень такой, да? Что-то надо тоже выкинуть. Ой, извиняюсь, пьемс. Так. Ну давай, да, тогда эти корешки ссаные выкинем. Кристалл какой-то забираем. Это что? Это назад, взад? Я типа все прошел, я молодец или нет? Как это называть? Опа-на! Подземелье големов 2. А, то есть я могу только, короче, с помощью этого говнища. Это одно из странных устройств, которого обронил, убегает то существо. Оно, можно сказать, может вас озолотить почти что буквально. За каждый помещенный в это устройство предмет вы получите определенное количество золота. Очень удобно, если вам срочно надо воспользоваться подвеской. Устройство это похоже на зеркало, так что я просто назову его зеркалом. Без лишних затей. Но вот только интересно. Куда девают сокровища, которые кладешь внутрь? Не прогадаю ли я с таким обменом? Вот то-то и оно, то-то и оно. Так. И что? Почему у меня нету этого? Ну я понял, да, окей. Не-не-не, я хочу уйти уже. Так. Древний горшок. Камнезубы. Одно золото, теперь серьезно. Ну, ладно. Триста стоит. 300 реально. По-моему, 200 ж было, нет? Всего 5. Тридцать восемь. Да блин! Одно-то сколько стоит? Одно-одно, а так 38, что за бред? А, у меня такие камушки-то есть, ё-моё. Оп, камушка не стоит. Трицуля, у-ля-ля! А, это говно? Шестюлю, да? Так, все, я возвращаюсь. А почему мне дали еще, типа, плюс? Мне дали еще каких-то плюс, еще каких-то денег, типа, да. Ну, короче, какая-то такая система такая. О, 3 января, и у нас день, нужно, можно в магазине что-нибудь продавать. Ну, ребят, наверное, на этом я первую серию по данной игре закончу. И если понравилось видео, ставь лайк свой большой и драгоценный. А с вами был Шемега, всем счастливо, всем пока.